начать размышление о Желябове, рассказ о Желябове, надо с того, что главным делом его жизни, недолгой жизни, он прожил около 30 лет, но главным делом его жизни была революционная борьба. И эту революционную борьбу он видел прежде всего в террористических методах. Они создали организацию «Народная воля». И эта организация «Народная воля» целью своей ставила политические реформы. То есть давление на правительство разными способами, не обязательно способом только террора. Но террор, в конце концов, стал главным, потому что террор требовал очень много сил. И уже начиная с практически с 1978 года, когда еще существовала «Земля и воля», но уже внутри «Земли и воли» была группа энтузиастов, так сказать, которые считали, что надо стрелять, надо вооружаться, надо всякими террористическими методами заставлять правительство пойти на уступки. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Уже осенью 1979 года Желябов со всей свойственной ему энергией принялся за подготовку цареубийства, террористического акта с целью уничтожить царя. Они начали думать, как же им все-таки добраться до царя. И Желябов предложил взорвать царский поезд. Здесь много было таких драматических подробностей. Но суть состояла в том, что возле города Александровска, это нынешнее Запорожье, они сделали насыпь под железной дорогой, заложили туда мину и узнали распорядок движения царского поезда, стали ждать царский поезд. Но дело в том, что когда царский поезд проходил по этой железнодорожной колее, они прятались там где-то, значит, в кустах, включили электрический ток, но взрыв не произошел. Какая-то техническая неполадка, а может быть, один из них, Окладский такой, был впоследствии стал провокатором. Есть мнение, что он уже был тогда на службе в полиции, и что он сознательно не дал этому взрыву произойти. Но на всякий случай у них была и вторая бомба подготовлена, которая находилась в таком же подкопе, вырытом ими около Курского вокзала в Москве. И вот эта вот вторая бомба, она сработала, и царский поезд был взорван. Но дело в том, что там было два поезда. В одном ехал царь и его семья, а в другом ехала свита, всякие хозяйственные подробности, так сказать. И вот эти два поезда все время менялись. На случай покушения решено было сделать постоянную переброску то один вперед, то другой. И они не знали вот этой вот замены. И поэтому они взорвали вот тот поезд, которым ехала свита. Погибло несколько человек, конечно, это шум был на всю Россию. Но царь остался жив. Царь остался жив. Это осень 1979 года. Тогда они решили сделать ловушку для него в Петербурге. В Петербурге они предполагали взорвать мост, каменный мост на Фонтанке, по которому царь часто ездил во время своих разъездов, так сказать, в гвардейские казармы. Они заложили эту бомбу. Тоже это такая совершенно авантюрная история. В любой момент они сами рисковали взорваться, потому что эти бомбы были, ну, кустарного производства. Эти бомбы делал никто иной, как Николай Иванович Кибальчич. В честь которого химик, талантливый, гениальный, может быть, который изобретал ракетные двигатели, сидя в тюремной камере. Вот. Но Кибальчич увлекся идеями революции и стал главным изготовителем динамита. И вот, значит, эти бомбы они заложили под мостом и должен был взорвать, был такой у них член исполнительного комитета, Макар Тетерка, рабочий. Они все были в возрасте около 25 лет. Это все молодежь, там почти никого не было старше 30 лет. И вот этот самый Макар Тетерка опоздал. Просто он был беден, у него не было часов. И он спросил у кого-то, ему сказали неправильно. Он подошел, а уже в это время царь проехал. И эти бомбы потом они вытащили, и динамит этот передали Халтурину. И все это делалось Желябовым. Он был руководителем всего этого проекта, так сказать, убийства царя. И вот Желябов познакомился с Степаном Халтуриным. А Степан Халтурин был прекрасный мастер-краснодеревщик. И он работал в Зимнем дворце. И там ремонтировал мебель, выполнял разные, так сказать, хозяйственные работы. И Желябов убедил его вступить в организацию «Народная воля» и выполнить ответственное задание, а именно взорвать царский дворец. Халтурин колебался некоторое время, потом согласился. У него в Зимнем дворце была небольшая коморка в полуподвальном этаже. И каждый день, приходя на работу, он под одеждой приносил маленькую порцию динамита и складывал это все в ящичек, который стоял у него в келье в этой и где он хранил свои инструменты. И вот, когда он собрал необходимый запас динамита, взрывчатки, он поставил будильник, часы
на определенное время, когда царь должен был прийти в столовую, а эта каморка находилась под царской столовой. Он поставил часы, ушел, грохнул взрыв, каморка взорвалась, столовая царская взорвалась, но царя там не было. Царю фантастически везло вообще. На него было 7 покушений таких серьезных. Вот. И только последнее оказалось удачным. Ну и вот, значит, разбито было помещение столовой, все, да. Но случилось так, что в этот день царь опоздал к обеду. Так вот, началась паника среди правящей верхушки. Правительство заметалось. Царь, конечно, как любой на его месте бы задергался, что называется. И вот тогда Александр II пригласил Михаила Тарьяловича Лорис Меликова, генерала, и сказал: «Я доверяю вам ответственное дело составить проект реформ, потому что они требуют реформ. Ну, давайте дадим им, в конце концов. Посмотрим, что из этого получится». Но вместе с тем Лорис Меликову была дана неограниченная власть. Страна была разделена на 5 генерал-губернаторств. Ему дано было право любого человека без суда, без ссылки просто отправлять куда угодно. Ну и, конечно, усилена была мощь жандармского управления, мобилизованы были все провокаторы, что все, что можно было сделано. И по части либерализации вот этот вот проект Лорис Меликова создания, по сути дела, парламента, нечто подобного парламенту, скажем так, народного представительства в России. Вот. Но и по части жандармского управления тоже. Вообще, нашу революционную традицию всегда губили провокаторы. И вот в народной воле был провокатор Окладский, был провокатор Меркулов. Но так или иначе, цель уничтожить императора оставалась. Его цель эта была достигнута 1 марта 1881 года. 1 марта 1881 года царь возвращался с развода караула в Михайловском замке. И на обратном пути он выбрал тот маршрут, на котором его ожидали террористы во главе с Софьей Перовской. Софья Перовская, увидев царский кортеж, сделала условный знак террористам, махнула своим белым платочком. И дальше произошло следующее. 3 метальщика должны были выполнить эту окончательную функцию. Один из них, Тимофей Михайлов, он не явился. У него нервы сдали, и он с бомбой ушел куда-то, так сказать, в неизвестном направлении, и потом был вскоре схвачен полицией. Вторым стоял Николай Рысаков. Николай Рысаков был студентом Горного института, ему было всего 19 лет. Он держал бомбу в руках, представляла собой она как бы небольшой сверток. Когда карета царская проезжала мимо, он должен был бросить бомбу, но у него тоже нервы стали шалить. И он в какой-то момент замедлил принять решение, и царская карета уже отъехала, когда он бросил бомбу ей вслед. Поэтому взрывом бомбы у царской кареты разбила заднюю часть, отлетели задние колеса. Ну, грохот взрыва, дым, огонь. Но царь остался жив. Царь выбрался из-под развалин своей кареты. Конечно, он был потрясен, но он держался с поразительной выдержкой. Он огляделся по сторонам, увидел, что схватили бегущего человека, работавшие поблизости рабочие, ремонтировавшие мостовую. Ремонтировали мостовую, и увидев, что кто-то бежит, что взрыв, грохот, они бросили камень под ноги Рысакову. Он упал, его схватили, и сразу образовалась толпа. И вот царь подошел к этой толпе, посмотрел на Рысакова. Тот был, конечно, в крови, в шоке, в таком состоянии. Царь сказал: «Хорош». А из толпы кто-то кричит: «Вы живы, Ваше Величество?» Александр ответил: «Да, слава Богу, я жив». Повернулся и пошел к развалинам своей кареты. А Рысаков, который знал, что там есть еще один метальщик, он усмехнулся и сказал: «Да слава ли еще Богу?» И вот царь пошел к развалинам своей кареты, а навстречу ему уже шел Игнатий Гриневицкий, который, поравнявшись с Александром, бросил бомбу себе и царю под ноги. И от этого взрыва царь был смертельно ранен. Ему фактически оторвало ноги. Последними словами его было: «Везите в Зимний, там хочу умереть». Его отвезли в Зимний, через 4 часа он скончался. Гриневицкий умер на месте взрыва. Ну и вот теперь предстоял суд. И Желябов принял такое решение. Он взял ответственность на себя. То есть он мог рассчитывать на пожизненное тюремное заключение, потому что он непосредственно не участвовал в убийстве Александра. Но он взял на себя и все прежние попытки убийства.
Он держался необычайно вызывающе, и поэтому его приобщили к этому делу. А он рассчитал правильно в том отношении, что вообще народники любили на суде произносить такие вот пламенные речи о своих идеологиях, о своих идеях, о своих принципах. Это, по сути дела, правильно, потому что отчеты о судебных заседаниях публиковались в газетах. И вот Желябов решил взять все на себя. Но, кроме того, была такая еще личного характера подробность. Перовская была фактически гражданской женой Желябова. И он не мог допустить. А он видел, что она не может говорить. Она будет молчать или что-то такое невнятное говорить. Кибальчич тоже не разговорчив, которого будут судить. Рысаков вообще струсил и вел себя совершенно некрасиво, выдал всех, кого мог. Вот. Тимофей Михайлов тоже был из рабочих и не умел говорить совершенно. Поэтому Желябов решил взять все на себя, и он на суде выступал с такими пламенными речами. Но на этот раз суд действовал быстро. И прошло около месяца, 3 апреля они были казнены, повешены. Значит, казнены были кто? Желябов, Перовская, Кибальчич, Рысаков и Михайлов, Тимофей Михайлов. Они были повешены на Семеновском плаце в Петербурге. Никакой революции, конечно, не произошло. В стране был действительно шок, потому что убить царя такого в русской истории вроде еще не было. Ну, одно дело там дворцовые перевороты, о которых мало кто понимал, что там произошло. Другое дело вот так, на площади, на улице. Вот. Но вся эта история, конечно, очень уронила престиж вообще народовольческих идей. И как в свое время писал еще Владимир Ильич Ленин, справедливо он говорил, что народовольцы исчерпали себя событиями 1 марта. Действительно, исчерпала уже идеология. Исчерпала себя идеология народничества. Понятно стало, что никакого крестьянского восстания не будет, что крестьяне по природе своей мелкая буржуазия, что они не организованы и так далее, и так далее. То есть России нужны были уже новые идеи. Старые идеи обветшали и показали свою несостоятельность. И вот такой новой идеи, которая со временем развернется в целую идеологию всего государства, стал марксизм. Первые поклонники марксизма – это бывшие народовольцы. Это Плеханов, Дейч, Аксельрод. Люди, которые в свое время уехали из России и уже будучи в эмиграции, перешли на позиции марксизма. Но это уже следующая строка нашей страницы нашей истории.